В Новосибирске назвали лучший школьный парламент и наградили активистов детского самоуправления. В городе завершился смотр «Лидерская десятка». В нем приняли участие 32 команды, представляющие школы и городские молодежные центры. Смотр проходил в 10 номинациях – командных и индивидуальных. Участники представили свои проекты, которые реализовывали в течение года. Это и социальные инициативы, и программы, направленные на пропаганду чтения. Конкурсанты соревновались в ораторском искусстве, в конкурсе «Агитбригад», выполняя творческие задания. Но главное, отметили организаторы, «Лидерская десятка» – это неформальная школа для молодых и инициативных школьников, которые хотят научиться воплощать свои идеи в конкретные дела. Среди наших детей очень много и волонтеров, и просто лидеров, которые готовы вести за собой. То есть они придумывают, они продумывают. Мы учим их планировать, мы учим их, как правильно обратиться, найти себе партнеров, найти спонсоров.